Это игра Visage, где, в общем, про мужика, который убил свою жену, своих детей, и оказался в огромном особняке, где паранормал происходит. Я просто перезаписываю, потому что постримить не получилось. Его после 12 только разрешают. Больной ублюдок, вам скажу. Ой, да не надо делать вид, что ты хромаешь. И так нормально ходишь. Так, ну тут мы были. Зал прогресса, бла-бла-бла. Выставочный вид, и вот это. Тут shift, к сожалению, не работает, пробел не работает. Алло. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Целых несколько недель не выходили из дому. Даже соседка начала
что-то подозревать. Но здесь ничего нету, к сожалению. Вот эту банку нет смысла брать. Эта дверь закрыта. Идем сразу сюда. Какого хрена это действие в данный момент недоступно? Да, это психическая стабильность. Чем четче мы видим наш мозг с левым нижним углом, тем у нас психическая нестабильность выше. А когда красный, это тревога. Правда, я два раза, по-моему, ее видел, но так и не понял, в чем тревога. Как это? Это, видимо, новая глава здесь. Так, вы нашли записку. Что-то там looking. Вот ее я как раз не видел. Это чья-то обувь. Причем женская. Че это такое? Блин, ну... Как-то... Вот, видите, вот слева внизу вот это красное. Вот это вот, короче, типа тревога. Вот только я не понял, в чем тревога, ну, вот. Ого, уже... 18.17 уже. Так, ты закрыта. Где... Вот тут сейчас будет паранормальная активность. Короче, где-то вот тут я включаю свет, по-моему. Нет, не тут. Да-да, вот это. Вот они вот как раз понижают нашу психическую стабильность. И наш мозг стал чуть-чуть виден. Как тебя зовут? Давай, заменяй ее. О. Так, ну эти двери закрыты, что печально. Тут слишком много включателей, я вам скажу. Слишком много. Я даже и не сразу понял, что вон там есть дверь. Вон там. Вон там. И вон там есть. Пока вот в ту не пошел и отсюда не вышел. Так, панда. Взяв этот предмет, вы начнете новую главу. Вы не сможете перейти к любой другой главе, пока не завершите эту. А, это и есть мини-глава, ё-моё. Глава Люси, вероломный друг. Давай. Давай, ну... А как я пойму, что я завершил её? Так, включаем везде свет. Где-то здесь. Давай вот так. Оп. Блин. Все вот так. Тут очень интересно. Непонятно в том, что. Эй, а где записка? Я видел там записку. Вот тут, короче, должна быть записка, типа мы стучим по вот этой стенке, но что-то так и не появилось. Сейчас. Эй, хули закрылся? А, во-во-во-во. Вон, видите? Только что. Короче, мы стучим, и вот это вот существо... Это не мужик. Ну, давай еще.
А, убежал. Сразу видно, кто выиграл. Тихо. О. А вот это я не открывал. Давай, ну открывайся. Я думал, если я чувствительность повышу, я типа сделал лучше, но в итоге нет. Это не так работает. Зайчишка. Hello, it's me. Давай. Эта дверь еще каким-то магическим образом, помню, закрылась. Вот это вот. Так, ну тут ничего нет. Я тут вроде натыкал тогда, но тут так ничего и нет. Сюда можно поставить свечи. Это хорошо, нужно их найти еще. Не, это я не выключил свет, я включил. Тут проблема с освещением просто в игре. Опа, таблетки помогут восстановить психическую стабильность вашего персонажа. Это хорошо. Блять, я не хотел их использовать. Сука, как тебя их убрать? Зажигалки используют как небольшой источник света. Ага. Шо-шо, я опять что-то не увидел. Опять музыка поиграла, а я ничего не увидел. Кстати, вот тогда, когда я первый раз проходил... Я... Блин. Какая, сука, короче, вот мы... Вот такие вот. Нас не видно. Вот это вот изучение нам вообще ничего не дает. Типа... Ну, изучение на изучение. И все. Вон ничего. Ну давай смотрим. Матрешка. Где? Вот ну где? Просто где-то появляется паранорм. Так, не здесь. Так, открывай полностью. Блин, такая полностью. Во, вот так. Так, а это панда. Че это с тобой? Кто тебя так? Рука на тебе. Какое существо грязной рукой тебя трогало? Эй. Так вот и ходишь на таблетках и видишь всякую дичь. Ну, видите? Мне вначале показалось, вот так вот я вот... Типа там кто-то ходит, но там никого нет, как всегда. Я не просил сказать. А, во. Это не будем использовать, к сожалению.
Шо-шо. Никого нет уже. Что-то не будет. Ты... Ой. Откройся, откройся. Откройся. Да. Блин, вы видите, какая вещь? Ой, я поехал. Давай. Закрывайся. Ты открывайся. Ты открывайся. Больной ублюдок там уходит. Хотя вот так вот, знаете, кажется, что кто-то стоит, на самом деле там никого нет. Это же паранормальная активность. Смотрите. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Никакой бабайки здесь нет. Давай. Давай, ну, блин, на себя все двери открываются. Эй, че не включаешься? Давай. Опять ничего нет. Да что ж ты будешь делать? Да, раньше хорроры были пострашнее, тут хотя бы от кого-то ты бегаешь все время. Напряжение. Тут просто парная мальчина какая-то. Давай. Блин, я помню, когда в первом слендере вот так же дверь открывался. Это вообще не по... Такая долгая вот эта. Это жесть. Какой слендер, тут дверь просто мешает. Шо будет? Какая темнота, я не в темноте, вон. Со мной свет. Со мной свет. А, все. Блин, ну я слышу, конечно, что где-то тут шаги есть, но тут никого нету. Хотя кто-то тут с грязными сапогами прошелся. Я вначале думал, это все вот так кинул, а это просто... Короче, что-то... Шаги. Сюда можно поставить свечи. Это хорошо. О, эта дверь открылась. Ёб. Да, я нашел свечи. Потом их какой-нибудь ублюдок будет тушить. Свечи. А вот. Да ты задолбался. Дверь закрывать. Так, а вот эту мы можем открыть? Хотя бы здесь что-нибудь есть. Заткнись.
Это, наверное, жена разработчика. О, хера, выключу. На нем можно смотреть видеокассеты. А, лук. Это кто-то стоит там или мне покажется? Я сейчас туда схожу. Так, а это где? Как взаимодействовать нужно? Это, наверное, ванна. То есть мне надо опять наверх подняться. Сейчас мы поднимемся. Сейчас. Только не уходи, пожалуйста. Сейчас. Подожди, я сейчас поднимусь. Сейчас. Ты вон так он, да? А, нет. Блин, я ошибся. Тогда где? Так, что у нас тут? Паста. Наверное, вот эта комната. Нет, ну ладно. Идем вниз. Что значит 0-3? Это третья комната? Кстати, я вот сейчас заметил, что вот этот, короче, мозг, который типа четче, типа... О, подвал. Типа четче, типа не четче, появляется. Зависит. Ну вот эта психическая стабильность у нас то повышается, то понижается. Она сама пропадает. Я заметил. Даже таблетки пить не надо. Так, это мы можем открыть? Нет. Давай, давай. Да, что ж ты будешь делать? От подвала у меня он есть. Тут есть где-нибудь инвентарь? Я же что-то там подбирал, но куда-то уходил. Ну. А, во. А, во. Ёб твою мать. Давай, открывай. Хули, давай, открывай. Давай, открывай. А, на себя. Давай, ну, давай. Чё, блин? Так, вниз, наверх. Так, это закрыто. Зажигалка. О, спасибо за свечку. Какая она яркая. Ей-богу, лучше в свечах жить, чем с этими светильниками, которые ни хрена не освещают. Да, блин, ё-моё. Давай. Давай. Господи, у меня стола не хватает.
Я что он узнал? А, я вначале думаю, это ну. Так. Мы. Ниже подписавшиеся. Да ёб твою мать. А куда я нажал? Так, тап. Ага. Все. Так, мы вначале сходим. О. Идем сюда. Я понял. Чтобы... Давай. Нет, не сюда. А, ты тут лежишь. Давай, я тебя подниму, давай. А, тебя нет. Чё, блин? Давай. Ладно, давай вниз. Не, погоди, погоди, там внизу что-то было. Там что-то было. Мотышка? Да, мотышка. Ты хули фоткаешь? Кого там фоткаешь? Вашу дизайн. Право кнопка. Во, все. Да ёб твою. Ну давай. Давай, полтора есть. Так. Че, я не могу взять тебя? Во, все. А че он фоткает сам по себе? А, сюда можно поставить свечи. Так, давай, сюда. Во. Так, спокойно. Ну, вначале. Определимся, где мы начали. Здравствуйте. Здорово. Ну-ка, давай. Я не засу, давай. Давай, беги. Эй, что ты бросаешь? Подними. Это женщина? Да, это женщина. А это? Ну. А, она что-то предлагает? Блин, тут огромный этот. Блин, я хочу вернуться и понять, откуда мы начали. Так, спасибо за шприц. Я им воспользуюсь. Блин, я им воспользуюсь. Так. Блин, я уже запутался. Откуда мы спустились? Я его. Я сейчас запутаюсь. Я не хочу просто запутаться. Так, мы. Так, стоит. Мы были вот здесь. Да. Мы вот здесь были. Так, мы вот здесь идем. А, мы же сюда ходили. Да, во. Блин, тут. Он закругленный, вот в том-то и дело. Давай. Давай, открывайся. Что ж так долго? А, ничего не. Метла. Так, что у нас тут? Ничего. Я что-то взял? А нет, не взял. Блин, надо было сфоткать женщину. Его. Я забыл сфоткать женщину. Кладовая. Так, кто важны для игрового процесса, будут автоматически возвращены в кладовую. Если вы их оставите или забудете. Это понятно.
Ой, мозг-то я четко вижу теперь. Так, кто плачет? Да тут никого нет, меня наебывают. Эй. Ты хоть не пались, когда выключаешь свет. Ой. А ты задолбала фоткой. Ой, фотка тебе говорю. Щелка тебе выключатель. Женщина у себя. А, это нас убили. Ни хрена себе. Это нас убили, оказывается. Ладно, понял. Я-то думал, она где-то будет идти, я типа от нее убегать буду, от этой женщины. Но в итоге нет. Все, понял. Буду знать. И не буду повторять таких ошибок. Сколько там вышло у нас первый раз? Так, у нас вышло 32 минуты. Ну, на первый раз хватит. Потом запишу уже где-то там 1,5-2 часа где-то. Первый раз всегда так смотрим. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи, и всем до новых встреч.